уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это брюки Эдуарда, которые моментально создают для вас стройнящий силуэт. Это длинные ноги, отсутствие животика и те самые формы мечты. Посмотрите, какого результата добиваются женщины, которые надевают правильную одежду. Стройные, подтянутые ножки, длинные ножки. Вот именно так работают наши брюки Эдуарда от бренда Pre-Woman. Сегодня в честь дня бренда на телеканале Shopping Show, сегодня в честь нашей акции 7 черных пятниц, где у нас не одна пятница с вами черная-причерная, а сразу 7, значит 7 дней самых тотальных и самых высоких скидок. Представляет сегодня эту коллекцию Микола Комендров, который является стилистом, модным экспертом и человеком, который звезд одевает на нашей российской стране. Да, и который сам для себя всегда выбирает брюки на защипах, потому что они идеальны, ровно и красиво всегда сидят. Защипы обеспечивают скрывание любых каких-либо недостатков в зоне животика, особенно если вы дама формы яблока. Также у нас с вами пояс, оснащен эластичной резинкой, что дает возможность посадить на крестцовую часть, если у вас достаточно аппетитные ягодицы. Высокая посадка обеспечит комфорт и именно форму вашего силуэта. Правильная длина 194 сантиметра и двойные у нас с вами края брючины, которые еще подвернуты и застрочены в качестве манжетов. Кстати, манжеты можно распороть, тем самым обеспечить еще дополнительную доп. Длину, а значит отрегулировать по ростовке. Ну и, конечно же, 100% диффузный лен. Это второе, второстепенная переработка льна, обеспечивающая возможность этому материалу перестать заминаться, что так в России у нас с вами до сих пор плохо воспринимает. Поэтому лен, который не мнется, сегодня для вас. Я согласна полностью. Друзья, смотрите, у нас 12 цветов на выбор. Сразу скажу, всего меньше голубого, розового и фуксии. Лидером является оливка, хаки, пудра и бирюза. Вот они, пожалуйста, все цвета на экране сейчас, но это только часть из них. Хаки, синий, горчичный и бирюзовый. Коллекция шикарная. Оливковый, нежный, бежевый, джинсовый, яркий, коралловый. Мой выбор на сегодня я выбираю для себя этот цвет. У нас есть нежный пудровый, нежный голубой, сочный фуксия и розовый. Напоминаю, что меньше всего у нас голубого, розового и фуксии. Поэтому успейте дозвониться. Это главный товар только с сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка в течение сегодняшнего дня на телеканале Shopping Show в рамках нашей акции 7 черных пятниц и в рамках показа бренда Pre-Woman. Аж 25% мы здесь с вами экономим. Но это только сегодня, поэтому звоните сейчас. Слушай, ну как выбрать размер? Расскажи, такие свободные у нас брючки получаются. Мы можем выбирать сегодня размер в размер, можем взять на размер больше. Или вот как, например, в предыдущем часе Анна вместо 52-го выбирала для себя 50-й. Тем самым сказала, что они также удобно сидят. То есть, если у вас нижний тип фигуры достаточно гладкий, а упругие именно бедра, тогда вы можете взять как размер в размер, на размер больше или на размер меньше. Если у вас рыхлая нижняя часть фигуры, достаточно рельефно выделяется целлюлит или, например, есть ушки, или как их называют, галифе, тогда не экспериментируйте, берите четко размер в размер. Если вы дама верхнего типа фигуры, у вас получается необъемная зона ягодиц и более плоские бедра, тогда вы можете выбрать четко как размер в размер, так и на размер меньше. 50 размер в таком темно-синем вы видите сейчас на Ксении. Ксения объединила его с туникой. Это у нас с вами одна часть костюма Арсения. То есть вы можете забирать сегодня костюм плюс дополнительные брюки. У вас получаются разные вот такие вариации изделий. Наша Ольга выбрала для себя 54-й в оттенке оливки. Причем она их максимально подтянула, подвернула еще дополнительные манжеты, сделала такие укороченные брюки капри. Интересно. Добавила сюда она жакет Устина в красном цвете из льна. А вот Анна выбрала сегодня эффект экспериментатора. Она выбрала для себя в этом часе на размер больше брюки. Они также сидят идеально, посмотрим, сидят чуть свободней. И добавила сюда также
туника Ростислава. Но смотрите, как она заправила половинку, и блуза смотрит совершенно по-другому. То есть еще одна вариация ношения. Это прямо третья вариация, действительно. Представляете, какая выгодная покупка. Итак, самое выгодное – это брюки Эдуарда. Здесь мы 25% экономим. Напоминаю, получаем стройный, подтянутый силуэт. Будет ощущение, как будто вы прям занимаетесь спортом и придерживаетесь диеты. Итак, слушай, ну, кстати, про тренды хочется поговорить, потому что я вот смотрю уже брюки там мои из моды, допустим, я чувствую, вышли. Вообще, какие сейчас тренды, какие брюки сейчас популярны? Так как у нас сейчас главным стилем является стиль 70-х, тогда и, конечно же, брюки на защипах здесь будут самыми актуальными. Обратите внимание, последними тенденциями все больше и больше выбор идет в пользу свободных брюк. Исабель Маран, у нас с вами Альберто Ферретти, Ула Джонсон и многие другие предлагают для вас такие вариации. Можно сочетать с туниками, можно сочетать с жакетами, жилетами, кардиганами или различными парками, бомберами и куртками. Данное предложение хорошо скрывает недостатки формы фигуры, объемных бедер, достаточно акцентного зоны живота и дает возможности так вот носить под заправленные блузки. Mm-hmm. То есть, если вы раньше скрывали все под туниками, закрывали максимально паховую зону, то в таких брюках вы можете позволить себе носить даже укороченный топ. Слушай, а вот эти защипы объема не прибавят нам дополнительно в бедрах? Смотрите, если бы был бы материал достаточно жесткий и неправильной посадки, то защипы были бы, конечно же, неправильно выражены. Здесь вы видите, за счет и плотности материала, и его в то же время легкости, правильной конструкции самого пошива и защипа, они, наоборот, здесь помогают. Дамы нижнего типа фигуры в первую очередь должны носить брюки на защипах. Чаще всего в магазинах именно только такая конструкция брюк садится на вас. Ой, как мне нравится сегодняшнее предложение. Мне вообще напоминают наши брюки таких теледив, да, или див золотого века Голливуда, как Мэрилин Монро, Де Хёбёрн, у них тоже такие высокие посадки были. Да, мне сегодня прям мне очень нравится. Из чего сделаны наши брюки? Брюки выполнены у нас с вами из льна, только лен не обычной обработки, а диффузный. Диффузный, значит, означает повторный. То есть здесь у нас с вами изготавливается ткань, потом разрушается и заново пересобирается. Это дает возможность материалу убрать лишние именно растительные шелуху, которые есть на льняной нити, и тем самым он становится более пластилиновым. Mm-hmm. Поэтому даже по ощущениям он более влажный, более упругий, эластичный, поэтому он заминается практически незаметно. Вы всегда будете выглядеть на все 100%, это не будет тот самый мятый лен, который мы любим, да, но иногда мы не любим с вами выглядеть такими помятыми. Друзья, это главный товар только сегодняшнего дня. Ваша стройная фигура, ваш яркий образ и суперцена 1799 рублей. Звоните и заказывайте прямо сейчас.